Блин, там берил. Ё-моё. А у меня с маслом, да? И мне только ждать, пока чел спрыгнет. Давай, раз, два, три. В жирдочку упади. Ну падай, ну давай быстрей. Он скипнул дырку. Не захотел. Кто вообще нынче дырки скипает? Некоторые сразу в дырку летят. Чел какой-то лег или что? Так, у меня на крыше чел убил. Блин, я пошел файтиться вообще. Это я прям... Засиделся. Здорово, удачного стрима. Здорово, спасибо. Спасибо большое, спасибо за полтосик, спасибо. Так, что, со Скорелькой играем, значит, да? У меня чел слева должен где-то быть. Еще у меня чел в бассейне есть. Ну, бассейного я, наверное, сейчас убью. Постараюсь, по крайней мере. Оп. Так, он меня пока что что-то не видит. Мне главное не попасться на втором этаже этому челу, который там стоит сейчас. Вот здесь вот. Кто ж так делает? Нельзя же так. Мужчина. Скары миник такой сетапчик, да? Нормально? Нормальный сетап, ребята. А, это чел уже ко мне зашел в дом. Ну, в основном имеется в виду. И это у меня на первом этаже. Найс. Анур БЛГРЦ. Звучит так какой-то, как будто бы... Как документ какой-то. Как будто справка какая-то. Тебе нужно справку получить из БРГЛГРЦ. С печатью от МФЦКПТ. Вот такое. Жестко, в общем. Так, у меня есть люди здесь или нет? Нету. Нарушаем, молодой человек. Не, ну я не хочу, чтобы он уехал. Но я не хочу, не уезжай. Мне же нужно-то всего лишь одно... Один урон был ему дать. Ужас какой, да? Скажите. Почти ведь убил я его. На. А куда он вверх побежал?
Просто две башки ему устраивают. Тинь-тинь. И все. Так, я хочу... А, зона такая, да? Понял. Это будет, ребята, мост. Мы поедем через починки. Мы заедем внутрь починок. Точнее, мы не будем заезжать внутрь починок. Мы объедем починки. Заедем за лутом в эту дырдочку, в яму. И потом поедем закрывать мост. План пуля. План капкан. Приводим его в действие. Все, план начерчен. Нормально. Let's go. Главное начертить, ребята. Остальное пофиг. А кто дофига чертит, тот кто? Инженер. А еще и туман. Найс. Такой ностальджи какой-то вот с этим туманом. Прям капец. Эх, раньше помню, туман был. А теперь что это такое? Так, тут пулемет. Пулемет. Так, это сюда. Потом это сюда. Это вот... Нет, это мне не надо. А все, мне больше ничего и не нужно туда. Все. Такая бесполезная немножечко получилась. Не знаю, что глушачок взял. Но он мне особо не нужен был. Глушачок. Болотной. И беззвучненький. О, тачка, тачка, тачка. Я ее пропускаю. Где? Кто? Я никого не вижу. Я заберу его машину сейчас. Не переживайте. Но по нему кто-то стрелял. Где тот, кто по нему стрелял? Еще и хаешку кинул потом. Так, компенсики подъехали, найс. Компенсики — это дело нужное. А вот и тот, кто стрелял. Я его больше не вижу. Дай патрон. Он что, вниз спрыгнул, что ли? Не, не может быть такого. Нет, вот же он, блин. Я застрял! Дурацкие скалы в PUBG. Я сначала порадовался, а потом огорчился. Капец. Так, у меня еще едут люди. Найс. Жив-здоров. Все нормально. Не переживайте за меня. Да как мне его увидеть-то там? Надо вот так вот щуриться просто, чтобы увидеть. Так почему-то сразу туман пропадает. Я теперь понял, почему... Ладно. Наверное, нельзя говорить. Но в душе я думаю, что вы поняли, что я понял. Какой я ублюдок. Так, я надеюсь, тут больше нет никого из закрывателей моста. Я искренне надеюсь, что таких нет. Но вы помните, да, план, что нужно петлять? Чтобы не оставить врагу шансов заспреить по вам. Все, мы отлично проехали мост. Это даже не отлично, это даже шикарно, я бы сказал, что мы его пересекли. Зона ушла далеко. Мы, естественно, что сейчас делаем? Мы объезжаем вот так вот. Ну, не так, а вот так. И... Приезжаем, получается, сзади.
и выигрываем. Все, тут все просто. Оказывается, на самом деле все просто. Нам просто нужно выиграть эту катку, и все. Бензин закончился. Что-то пошло не по плану. Получается, я не смогу до туда доехать. Мне нужно до туда будет дойти. У меня еще и машины здесь нет. Ёперный театр. А, я могу сотку забрать. Ну ладно, давайте на ноге сыграем эту катку. Давайте поменяем план полностью вообще. В принципе, я думаю, что мы можем себе позволить поменять план. Как говорится, перепланировка. Во. Перепланировка. Дроп я вижу, офигеть. Это я счастливчик. Каковы шансы, что я дроп заберу? Блин, наверное, тут еще на заводе может кто-то быть. Но там уже драка, я хочу туда, на эту драку. Там сделать свой 10-й фраг. Свое 10-е убийство в этой игре. Именно в этой игре и в этой катке. 10-й фражочек. Тачка какая-то приехала, по-любому на дроп. Блин, а так-то скоро лимба, да? На самом деле. А ну. Оба. Найс. Карель вообще пушка. Так, вижу на дропе смоки. Вражеские. И что же я делаю? Я в масхалате, меня вообще никто не должен видеть, по идее, здесь. Меня ни для кого нет. Этот чел по-любому должен подняться в гору потом будет. Я так думаю. Я его читаю. Так, ну что ж. В принципе-то неплохо все получилось, вроде бы. Мы в жопе. Все, в принципе, как и планировалось, да? Это не тот, если что. Посмеемся все вместе. Я убил его в голову. Отлично, отлично, отлично. Отлично. Зачем мне пятерки, девятки? А чё за пушка-то была в дропе? Я не видел пушки в дроповской. Никакой. МКшка была. МКшку не взять. Это кем надо быть? И с восьмерочкой. А что если мы еще этому колесо проткнули? Хорошо. Пошла жаровня. А, тут ФАМАЗ был. Не, ну так неинтересно. Мы ему колесо проткнули заднее, представляете? Нам надо проникнуть каким-то образом теперь на эту базу. Вот сюда, на эту базу надо проникнуть. В теории я бы предложил нам сыграть вообще через право полностью, вот так вот сыграть. И там со скал, в общем, вот туда, с той стороны. Я думаю, что так-то оно будет перспективнее же, наверное. Да-да, нет-нет. Вы со мной согласны, ребят? Плюс чат, кто со мной согласен. Плюс в чат, кто мне доверяет. Моей стратегии, моим стратегическим способностям. Поставьте плюсик, кто доверяет. А минус, кто не доверяет. Кто считает, что нам нужно идти прямо на драку сейчас. Вы думаете, на драку нужно идти? Вы на что, если я сейчас пойду на драку, выиграю эту катку, и это, получается, я буду неправ? Ну, типа, такого же не может быть, наверное. Как я могу быть неправ? Прости, чел. Прости, чел какой-то там. Но я его убью, скорее всего. Да, я его убью. По-другому быть не может. Это был Баболоки. Баба Локи. Так видите, сейчас где-то сидит такой бог один. Коварство и безумие. И такой, что? Какая я тебе?
Ладно, ну мы на драку пошли, да? Вы заметили, кстати, это? Что мы пошли на драку. У меня чел. Справа. С болтовочкой. Нужно быть аккуратнее. Снайпера в этой игре, слишком жестокие и коварные. Так, это была перепланировка. Блин, не убивай, прошу. Я тебе прощу все долги. А почему у него маскалад белый, ребята? Почему у него маскалад белый? Или мне показалось? Это ж не Викенди. Мне показалось, или у него маскалад реально белый был? Офигеть. Так, ребят, мне что? Мне нужно заходить в зону, поэтому я не буду здесь слишком, так сказать, рассиживаться. Мне нужно зайти в зону. Блин, да и тут такая опасная позиция, на самом деле. Мне не особо она нравится. Но выбора-то у меня не особо, правильно же? У меня выбора-то не особо. Тут еще какой-то мотоцикл стоит непонятный. Кто его здесь оставил? Что происходит? Там какой-то пископат. Он, наверное, хотел написать психопат, но своими сосисочками тыкнул не туда, куда надо, и получилось у него пископат. Он передо мной. Я его видел. Слушайте, у меня же маскалад, правильно? Я же могу вот так сделать. И все. Или это будет неправильно? Или это будет неправильно, ребята? Вы как считаете? Так, пископата убили. Пископат мертв. Официально заявляю. Пископат, все. Его путешествие закончилось. Так, мне нужно убить того, кто убил пископата. Убиваю. Это был The King of Norch. Король севера. Так, чел у меня бежит. Ага. Он выжил? Нет, не выжил. Он полетел вниз. Он разбился. Да что ж ты такой? Паркурщик, блин, руферх. Нельзя ж по скалам бегать. Ты же не... А кто по скалам бегает вообще? Так, чтобы не падать. Горные бараны же, да? Или козлы? Блин, я как-то видел этих. Капец, они... Хваткие очень. Ну, это какой-то жесткий чел просто. Так, на самом деле, мне что? Мне нужно со скорельки же поубивать, правильно? Мне надо со скорельки поубивать. Катка же про скорель. Поэтому мы будем убивать со скорели. Но мы, кстати, нормально в этой катке со скорельки-то уже настреляли, набомбили. Так что, в принципе... А, этот чел направо пошел. Он тоже хочет драться со мной. Вблизи. Или он на дроп просто побежал? Ваше предположение. Он пошел на дроп? Или потому что хочет драки со мной вблизи? Так. Получилось прям шикарно. Я на всякий случай накидываю туда за... Потому что я не знаю, не уверен, этот ли чел тут был или нет. Но этого чела мы прям отлично, да, стерли? Скажите. Так, тут еще одна МКшка. Но она нам больше не нужна. И где ластовый чел может быть? Ваши предположения. Наверху. А наверху у него зона есть? У него зоны там нет. Давай, молодец. Спрыгивай ко мне. Я тебя жду. Блин, а как я его тут могу подождать нормально? Вот здесь, да? Да, идеально. Ну, по идее, я должен выиграть. По идее, он должен спрыгнуть и полететь. Правильно? Или нет? Блин, а он еще может там пройти, кстати. Хилиться.
16 секунд, я просто жду. Я жду. Я просто жду. Есть, мы поймали его на ошибке. Идеальный спрей, идеальная каточка просто со скорелькой. Офигенная катка со скорелькой получилась. Скорель вообще имба. Не, на самом деле скорелька неплохо так просто стирает, если честно. Неплохо, можно играть. Так, и что мы там настреляли по урону? Надо посмотреть. Так, а урона у нас... Фигась. На 100 больше, чем киллов. Нормально. С кайф. Вот такая вот каточка получилась. 11 фрагов убили мы. Представляете, 11 фрагов со скорельки убили. Нормально.